Саратове супружеская чета обвиняется в осуществлении незаконной банковской деятельности. Сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции Главного управления МВД России по Саратовской области в ходе проведения оперативных мероприятий выявлены факты незаконного обналичивания денежных средств в сумме около 180 миллионов рублей. Установлено, что двое ранее судимых супругов, действуя в составе организованной группы совместно с неустановленными лицами, осуществляли банковскую деятельность без соответствующей регистрации и специальных разрешений, обналичивая денежные средства организации путем их перевода на фирмы-однодневки и конечным выводом в наличной форме через подставных лиц. За свои услуги обвиняемые получали не менее 10% от денежных сумм, выводимых в теневой оборот. Следственной частью Главного следственного управления Главного управления МВД России по Саратовской области фигурантам предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного пунктом А и Б части 2 статьи 172 Уголовного кодекса Российской Федерации. В настоящее время сотрудникам полиции в рамках расследования уголовного дела реализуется комплекс оперативных и следственных действий, направленных на установление дополнительных эпизодов незаконной банковской деятельности и лиц, причастных к ее совершению. Оперативное сопровождение указанных мероприятий осуществляется во взаимодействии с сотрудниками региональных управлений ФСБ, ФНС и Росгвардии.